Щоправда, знайти галерію людину, яку знає весь світ, не так вже й просто. Більшості луганчан нічого не скаже така назва, як Кримський провулок. Ні добрих доріг тут немає, ні вказівників. Саме тут, у приватному секторі, розташована галерія «Шматько та сини», в якої зберігаються шедеври, відомі на всесвітніх виставках, занесені у всесвітні каталоги. У галереї «Шматько та сини» зберігається близько 80 скульптур та 300 картин. Сьогодні ми поговоримо зі скульптором про те, як зробити Луганськ містом привабливим для туристів. У Миколая Шматька є своя думка з цього приводу. Я, звичайно, помилилася, коли назвала Миколая Шматька скульптором. У всьому світі він відомий як король мармуру. Його роботи отримували гран-прі на всесвітніх бієналі. Ці скульптури-переможці також зберігаються саме тут, у галереї. І ви можете їх побачити. Але сьогодні наша розмова про те, як зробити наше місто кращим, красивішим і привабливим для туристів всього світу. У Миколая Шматька є три роботи, три скульптурні композиції. Мають вони неземний, фантастичний вигляд. Автор пропонує розташувати ці скульптурні комплекси у формі трикутника, щоб красивішим став одразу весь Луганськ, а не лише одна його частина. Можливо, це східні квартали, місце біля південних, а також район обласної лікарні. Саме там, де зараз пуста, порожня та неприваблива територія. Отже, перший проєкт – «Площа Сонця». Проєкт, який надає відчуття космічності та нереальної краси. От представте собі, 5 фонтанів, це з мрамора і граніта, і посеред цих 5 фонтанів стоїть 50 метрів висоти площа Сонця. Вот воно. Якщо ми будемо говорити тільки об цій площі Сонця, що з цього виходить? Що тоді, коли вечір підходить, ми включаємо це Сонце неоновим світом і включаються всі фонтани. Тисячі, мільярди цих зірок водяних, які будуть осипатися опять назад, як говориться, в басейни, вони будуть створювати ореол, ну, сногсшибательних потрясений, которые человек может увидеть. И, безусловно, что такое эта площадь Солнца? Это дает перспективы к тому, что туристы только поедут смотреть на это чудо 21 века. И это чудо, конечно, будет сделано в Луганске. Что за этим следует? Когда площадь Солнца будет установлена, и когда она заработает, а я думаю, что это быстро все будет сделано, сколько сюда туристов поедут, какой город будет великолепный, он будет качественно улучшаться, дороги будут улучшаться, даже те постройки, которые будут окружать площадь Солнца, они будут поменяться. По одной причине, за государственный счет человек не будет менять, заборы будут красивые, все как в Европе. Вот что такое площадь Солнца. Единственная задача наша, общественности и руководства, попытаться вложить все свои желания для того, чтобы это мы могли, как говорится, сотворить здесь, именно в Луганске. Другий проект – галерея сучасного мистецтва. Трехповерховый палац, створенный за сучасними технологиями та вимогами часу. Конечно, это проект тоже шикарный. Чем он шикарный? Потому что это будет у нас в Луганске галерея современного искусства. Или мы будем говорить так. На востоке, именно в Луганске, находится галерея современного искусства. Это 3 этажа. Это колоссальная площадь, где будут выставляться художники. И, конечно, будет галерея выставлена именно короля мрамора Шматько и сыновей. Здесь будут расположены более 100 скульптур из итальянского и уральского мрамора, около 300 картин. И, конечно, другие залы расположены будут для тех художников, которые будут приезжать непосредственно из-за рубежа. Почему? Потому что кто будет выставляться в этой галерее современного искусства на Востоке Украины, сразу можно будет говорить, что он стал признанным во всем мире. Поэтому значение этой галереи будет самое высокое, с учетом того, что здесь будут работать эксперты высшего порядка, потом критики, естественно, которые будут обозревать произведения искусства, не зависит от ранга художника. И понятно, что это приумножит саму культуру города Луганска. Безусловно, что галерея будет построена по современным меркам 21 века. Естественно, что кроме того, что там будут выставочные залы, там будут и бары, соответственно, там будут и зал для VIP-персон. Я там рассчитал, там 24 человека должны быть вмещаться в этом зале, где будут переговоры вестись.
Вот. То есть это все рассчитано, начиная от простых служащих и кончая президентом. Что это значит, опять же, для Луганска? Конечно, это все туризм. І тільки для туризму. І третій проєкт, аналогів якому у світі немає – з'явлення Христа апостолам. Представьте себе, що з цельного блоку буде звана скульптура 13 апостолів. Це цельний блок – це більше 100 тонн. Я чому говорю про те, що це суперпроєкт? Звісно, до моєго цього проєкту у світі на планеті аналогічних робіт ніхто ніколи не створював. Да, це сложнейшая работа, но выполнить ее вполне возможно. Тогда, когда мы начнем работать над этой работой, даже пресса вся и телевидение будет писать с самого начала, тогда, когда я только поеду в Италию, и только будет двигаться эта громадина, 100 с лишним тонн мрамора. Вот представьте себе, какая только в него дорога будет интересная. И, безусловно, этот мрамор, который здесь будет доставлен, что мы, допустим, с сыновьями, если только работать над ним, надо потратить 7-8 лет. Это очень много. Я уже провел переговоры с итальянскими скульпторами, ну, конечно, самыми лучшими на планете. И китайскими скульпторами, где 10 человек сюда приедут, и, включая себя и моих сыновей, мы за полтора года эту работу высечем. И вот представьте себе, какая это сила. Если мы будем говорить об этой работе, значит, коротко расскажу, чтобы было как-то представление, что 15-метровый крест гранитный, на гранитном кресте, вот я показываю, на гранитном кресте будет находиться кавалькада, 13 апостолов, это только сказать, это какая сильнейшая работа. И над апостолами будет загораться терновый венец, 7 метров в диаметре. Понятно, что. Но что может быть шикарнее и лучше для туризма, если не эта работа? Только к этой работе потянутся сотни, тысячи, миллионов людей, только чтобы посмотреть и помолиться именно этой работе. А сколько денег здесь останется? Здесь мы говорим о том, что у нас сфера обслуживания слабая, там недостатки большие. Эти недостатки уйдут. Почему? Потому что европейцев и всю мировую элиту надо обслуживать по самым высоким стандартам. Конечно, здесь и гостиницы будут хорошие. Безусловно, в связи с этой работой качественно улучшится жизнь Луганска, а люди получат массу рабочих мест. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Ни один завод, ни одна фабрика вот, не сможет устроить Луганск на сегодняшний день, как если вот эти три проекта, которые будут. Мне хотелось по телевидению, конечно, обратиться к руководству. Но не спите вы, господа. Помните одно, что Шматько пока здесь, мы можем что-то сделать. Шматько уедет, ничего подобного никогда не будет. Найвідоміші скульптури Ісуса Христа знаходяться у Бразилії та Польщі. Вони вражають своєю величчю. А також зі всього світу туристи приїжджають подивитися на них. Гіпсовий варіант унікальної скульптурної композиції «З'явлення Христа апостолам» поки що знаходиться у гаражі Миколая Шматька. Коли велична робота вже у мармурі, побачить світ, сказати неможливо. Але може зараз настав саме той час, коли нам треба перестати хотіти до Європи, а становитися справжнім європейським містом у плані культури та розвитку. Містом красивим та привабливим для туристів.